Ну, короче, посмотрим, как он меня будет захватываться, потому что в этой сцене все-таки этих мархухнов я не запускал. Так, пошло дело. Свалку в папках, ну, я могу. Так, у меня два экрана потемнело. Собственно, да, видите. Вот в таком формате у меня запускается игра. Чисто только в захвате экрана и только вот в углу верхнем левом. Вот, и сейчас. О! Собственно, давайте я вот так вот попробую поиграть. Так, мышка где? Вот она. Так. Широкие мархухны. Так, тихо. Я просто... Мне... Ай, на тебе. Мне просто интересно посмотреть, как вот таким вот образом играется у меня. А то я изначально в правильном разрешении. Тихо-тихо там. До этого я в правильном разрешении играл, да? А в этот раз опасно. Так, где-то он там вылез, где ты? Здорово. Так, ну-ка. О, нифига себе. А теперь вообще он как у меня. Четыреста девяносто пять. Да, в папках у меня это самое. Не понял. 19704. Вы видали, сколько тут этих самых у меня было написано? Как давно же это было? 2005 год был вроде, когда у меня это было. По названию игры поставь стрим. А я тут я ж не буду эту игру проходить прям весь целый стрим. Ну-ка, если так. Опа, свернулся. Ну-ка, а если... Не. Так, а тут только Game Exit. Да, на самом деле игрушка такая. Так, в широком экране я попробовал поиграть, теперь вот в этом поиграю. Я вот не знаю, если конкретно вот это вот разрешение правильное, изначально планируемое, да? Это, конечно, прикол. А мне вот интересно, тут кроме вот этой вот целой
цилиндра. Вот на этом другарьке это единственное, единственный секретик в игре, да? А то, что у меня есть... Я что такое? Три патрона потратил. А то у меня есть плейлист с зимними мархухнами. И там я секретики открывал. И то не все открыл. Вот. Эти. Есть. 25. Ладно. Давайте еще. А я не понял, а что тут такие цифры-то огромные пошли в хайскорах. Давайте еще один раз я постреляюсь. И все, и перейдем, значит, в браузерные игрухи. Зимние, предновогодние. Да, самые кайфовые петухи тут, это те, которые влезают, самые ближние вот эти вот. Которых в лобешник такой, на тебе, из ружья. Тихо. Тут, видите, из-за того, что я в окне играю, мне тут левый край довольно-таки коварный. Вообще игра, да, старенькая, но... Так, где ты вылез? Где ты вылез, друг? Вот! Гад! Пятьсот пять. Ладно, пускай будет 505 в конце. Короче, все. Слушайте, а вот и нормально. А вот и нормальное разрешение, которое было. Не, все, я как бы больше уже не буду. Все, я разогретый. Я готовый. Я готовый к чему?